Антонов дежурный член. Нахуй, не звони сюда, бля, пидор. Ты кого назвал-то? Эй, придурок, бля. Ой, где ты? Ты с кем разговариваешь-то, бля? Еблан с ушами, бля. Слушай, тебе никто не звонит. Ебало, заткни свое, бля. Ты с кем разговариваешь? С начальником здесь разговариваешь, бля. Уебище, бля. Понял, блядь. Милиция, дежурная часть. Здравствуйте. Здравствуйте. Это база ОМОНа беспокоит. Что? База ОМОНа беспокоит. ОМОН. Какая база ОМОНа? Петербургская. И что вы хотели? А вы не могли бы Мельникову раком поставить? Мы сейчас приедем ей на клыка давать. А, ну давайте, подъезжайте. Отдай Мельникову сюда к трубке. Дать? Да, дай ее сюда. Дать будешь сыну говорить, понял? Нет, дай шалавку сюда эту, быстро. Слышь, уебок. Дай уебанник тебе прикрой, ебало свое завали, и дай будешь говорить своей жене нахуй, и своим детям, понял? Так я ОМОН, я из ОМОНа сейчас приеду. Да мне нахуй я видел тебя и вертел, если ты с ОМОНа. Я из ОМОНа, понимаешь? Да мне да похую. Так я тебе с дубинкой пробью это, въебало, и с дубинкой ты пробей себе очко, ёпта, дурак. Да я тебе Мельникову эту дубинку в пизду засуну. Ты ебанич, ты закрой свою. Ты знаешь, у нас Валина, у нас командир есть. Ты знаешь, вот принят кодекс чести милиционера. Ой, слушай, ты мне тут лапшу нахуй на уши не вешай, сука ты поганая, так понятно? Так в министерстве приняли. Я, блядь, ОМОН вызову нахуй, отсосешь сам, блядь, из всего ОМОНа. В министерстве приняли. Ты... И еще куда ты приедешь? И с кем ты приедешь? У меня еще друг есть, он полковник милиции. Ему 60 да лет. Да тебе похую вообще, на тебя, на твоего друга, блядь. И на всю твою гоп-компанию. Ты проститутка. Ты поддувала свою, прикрой, блядь. Да я тебе дала свою бутылку на пизду. Понятно, блядь, кто ты? Слушай, ты пизда. Алло. Но. Алло, женщина. Но. Вы что там, схуели или как, а? Да. Ты не обосрись там только. Что? Ну дальше, говори. А что тебе надо сказать? Кто это звонит? Кому? Я пробью по телефону все-таки, пробью. Пошел кто ты нахуй! Я звоню. Ясно, это ты мне звонишь, а не я звоню. Да подробнее объяснить. Я вам еще раз повторю, какой вы номер набрали? Нахуй послан. Да менты найдут. Что найдут? Хуёв 100! И одна верёвка. А... Для того, чтобы ты повесился, блядь. Ну, ты сам-то не повесишься, гарандом. Сука, я найду тебя. Да иди ты нахуй, козёл. Сука, я прямо нашёл, а? Нахуй послан, всё, не звони, дебил. Слушай, мужчина. Бараном неохота разговаривать, до свидания. По кочану, по твоему, по бестолковому, ну. Пошел ты нахуй. Ну говори, едем, ну. Ну пошел ты нахуй, ну в натуре, что ты дрочишься, не пойму. Кто это звонит? Ты хочешь, да никто тебе не звонит, осел. Блин, ты научись разговаривать сначала, а? До свидания. Я спрашиваю, кто такой? Что? Слушай, ты что, пьяный, что ли, да? В говно. Ты действительно ты ебанутый, мне кажется. А что ты хочешь-то вообще, не пойму. Хочешь не подраться, да? Ну приезжай, подеремся, хули. Ты когда-нибудь в зоне-то был в патерант? А я был замначальником колонии в свое время. Да я нахую тебя видел, замначальника колонии. Я отличник не выдающий. Приезжай, подеремся. Приезжай, хули. Да я подполковник милиции в отставке, во-первых. Фамилия моя Вольнов Валерий Павлович. Мне похую, кто в отставке, где в отставке. Да мне ты сейчас больше, блядь. Приезжай, подеремся, чё ты. Я-то? Ты чё будешь пугать или что? Первый раз, что ли, таких страшных ебать будем, ёпта, А всё? А ты уже матом начал ругать? Я записываю, козёл. Да мне похуй. Записываешь и там читаешь или что-то там, блядь. Песни поёшь, верёвки вяжешь. Ты чё думаешь, что мы не пишем, что ли, козёл? Здесь ментовки вообще мужиков нет. А?
так, ну хорошо, ладно, я мент, а не муж. Второе, от мента ты и получишь. Что? Сейчас менты, ментов нет, одни не мусора. Ну, который звонит сюда, да? Мусора. Ну, один пидорас звонит сюда, такой же. Я же мент, дурак ты, ебаный. Кто ты? Подвинайся и мусора, говно. А ты-то кто? А вот ты мусор. А ты кто? Я же мент, дурак ты, ебаный. Ты пидор, ёпты. Ты мусоренок. Ну, приезжай, мой мусоренок тебе в рот не влезет, осел. Значит так, козел, как тебя зовут? Приезжай, ёпты, познакомишься. А что это такое, блядь? Что? По агентству проституток, да? Не понял. А что ты материшься, ты щенок? Щенок, я тебе говорю, у меня между ног, ёпты. Вот поэтому подходи сюда, я тебя раком здесь и поставлю. Ну приезжай и поставишь, ёпты. По губам прыгну, как я хуй. Я наступлю, за вторую потяну. Да похуй мне, щеночек ты ёбаный. Да? Давай, приезжай, посмотрим. Я тебе вступлю, наверное, знаешь, что куда? На жопу наступлю и немножко шею поверну. Ты мне губами хуй возьмешь и будешь, блядь, работать, пока я не скажу прекращать, понимаешь? Ребят, вы пидоры, наверное. Видимо, у вас хуй стоит, когда вы жвозь делаете по телефону, да? Ну ты приезжай, ёпта, не поговорим. Зайди ко мне, ёбаный паука. Ну говори адрес, сейчас я приду. На Ки 450, есть такая зона в Иркутской области. Что? А как в зоне раком ебут, знаешь? Ну приходи, я тебе покажу. Или за хулиганку тебя привлекут, тварь ебучая. Давай, 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 приезжай, ёпта. Не мусора, а менты. И чё? Ты приходи ко мне, я тебе Полином ёбну по голове. Чё ты осёл говоришь одно и то же? Ты мой адрес знаешь? Что? Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Куда приезжать-то, ты мне скажи адрес. Ну приходи, щенок ебаный, в рот. Да ты адрес скажи, и шаг. А тебе это ебёт? Так а куда мне приходить, осел ебучий? Сука, неделю звонишь, ты развлекающий, блядь. Иди нахуй, кто тебе звонит? Ой, такой ты тупой, что ли, да? Ну? А хуй ты звонишь-то постоянно, козел? Иди нахуй, кто тебе звонит? Ты пидор гнойный. Еще кто? Ты пидор гнойный. Еще. Вот я тебе раком и поставлю. Ну давай, давай, еще что ты поставишь? Я тебе выебу в жопу, готовься. Все, через неделю. А почему через неделю? Не могу так долго ждать. Ты сам, блядь. Сам, блядь. Что, что? Ты еби себя лучше, сам. Куда? Слушай, ты козел. Приходи, щенок, ебаный в рот. Алло. Алло. Да. А вот хули ты грубишь старшему по званию? Что? Вот ты по званию кто? А тебе-то какая разница? А ты кто вообще? Я четкий пацан и смотрящий по району. А вот друг у меня, он подполковник милиции. Смотрящий? Да. Смотрящий, сынок. Уже сколько лет нету? Нет, я смотрю. Ты, ты обделался, наверное, еще в трусы, когда смотрящие были. Так я смотрящий есть, я всех мусоров здесь переебал у нас по деревне. Ну давай. И мне эту, знаешь, эту Мельникову я деру вообще каждую неделю, ей за 50 рублей даю, она у меня сосёт. Молодец. Молодец. Ты вот, кстати, нарушаешь тоже, Мельникова нарушает, и ты нарушаешь кодекс чести милиции, вот приняли недавно. Ты что ли сдал кодекс чести, ты не пойму? Нет, это вот мой друг издал, министр внутренних дел, мой кореш, он издал кодекс чести. Кореш твой, ну молодец, далеко ты пошел, смотрю. И там мусорам... На министра заплюнул. Так смотри, вот там мусорам запрещены беспорядочные половые связи. Мельникова... Кем? Нет, Мельникова имеет беспорядочные ротовые связи, а ты беспорядочные анальные связи с мужиками. Ну? Вы нарушаете, да, надо рапорт подать. Да подают. Вот мы с ОМОНом приедем, мы вас это отрапортуем. Похую, похую. Отрапортуем по полной программе вас. Давай, давай, мочи. Отдай Мельникову сюда. Нету ее, она домой. Да хули она, если бы она ушла, мы бы еще сейчас уже драли ее. Она из мусарни, да? Не... У меня пацаны сидят вон на шахе около мусарни вашей. Если бы она вышла, мы бы сразу увидели.
Так что ты не... Какой сосед, а? Ты не ври, а как, ёпта, на белый здесь рядом. Что? На белой шахе у меня пацаны стоят. И чё? Ну, Мельникова это выйдет, мы скажем привет ей. Да? Да. Ну, зайди, ёпта, сам скажи хули. А к пидорам не ходим, ваше крысиное гнездо, ёпта. Да ты чё? Может, Мельникова под шконку спряталась, боится нас? Наверное. А ты тоже сейчас, наверное, из-под шконки разговариваешь и испугался? Нет, блядь, из шкафа, ёпта. Вот петушок, а? Блин, охуеваюсь тебя просто. Петушок. Чего? Петушок, ты говоришь. Ну, давай. Ну, да. Что, тебе в гости зайти? Ко мне? Да. А мы в дворе рядом сидим, на Советской. Или разнести нахуй твою хату. А зачем? Полностью, вместе с твоей мамой, а? Зачем? Как ты думаешь? У меня не хата, у меня вилла 5 этажей. Пять этажей? На улице Детской, нет? Нет, Советская дом... Я могу эту нахуй виллу разнести, всё. Советская дом... Гондон. Советская дом 1, виллу видел там такую, с забором, всё, с вертолётом. Виллу я на Детской знаю, виллу, блядь. Могу разнести нахуй. С вертолётной площадкой, вот это вот моя, я там живу. Ну, понятно, вместе с мамой, да? Нет, я смотрящий, у меня только тёлки там тусуются. Ну давай, я сейчас тебе приеду домой, разнесу нахуй эту всю виллу, блядь. Только знаешь, не такие... Петрила. Не знаешь, такие вот... Что? У меня тёлки не такие побледушки, как Мельникова, и не такие пидорки, как ты. А вот нормальные тёлки, всё там. А вы там сидите под шконкой, прячетесь. Да, ты чё? Да я, бля, базарю, ёпта. Что? Базарю, ёпта. Да, ты чё? Да. Обалдеть. Может, тебе голову приехать сломать, не? А зачем? Просто так. У меня дубинка... Это ты, пидор, с женской прической, что ли? Не, Андрей... А, блядь, ослоёб. Да, ты чё вы это... Какая тебе разница, ёпта? Это Андрей вообще, это не я. Андрей с женской прической? Нет, это Андрей, говорю, это не я. Ну, Андрей с женской прической, да? Ну, а Андрей... Ну, пидор, жди дома, короче, сейчас я подъеду. Я Вован, а не Андрей. Слышь, жди дома, я сейчас подъеду к тебе. Я Вован вообще, а не Андрей. Ну, жди, я сейчас поехал. Куда ты, на хую поехал, что ли? Смотри, жди. У вас там этот только один Бобик, и то там, он ездит только потому, что его птицы засрали, он только поэтому не разваливается. Ну, ясно, жди, сейчас я подъеду. На чем ты подъедешь? Давай. На чем? Жди. На чем?